Подробности UA and Ирана Карпа представляют. Серия 5. Космогония Ватника. Ад. Земную жизнь пройдя до половины, я очутився в сумрачном лесу. С собою не було даже мірини, не говоря про водку й ковбасу. По цим несложним признакам наш батник догадався, що ніфіга він не в раю пока. І вообще, умер он задавлений падшим пам'ятником Леніна, чи просто сладко уснув, заслушавшись гімном Новоросії в ісполненні Кобзона, непонятно. Гонія какая-то. Ну от, батенька, і почему ви здесь? Пива, небось, без водки употребляли? Или тренички сносили без остроносых туфель? Либо же программу Дмитрия Киселева пробухали? Признавайтесь-ка, сейчас мы будем вас с молитвой горячей подчивать. Тут из глубин ватного подсознательного донесся отчаянный крик учительницы литературы с прошлых лет. «Беатриче!» — вопила вона, намагаючись окунути детей в мир вечной классики. Да так и скончалась, думая, что попытка ей не зазнала успеха. Тільки ж, оказывается, ошиблась про проводницу в иные миры, ватник таки запомнил и тут же ее возжелал. «Ты кто?» «Я Беатриче, та, кто шлет тебя! Меня сюда из милого мне края свела любовь!» «Ты чё, я звезда ВКонтакте, не помнишь, сколько лайков получили мои фотки голландской туши с Боинга?» «Даже ту бабушу все свое семейство в голландские курточки одела, и я сделала, так что пошли давай!» «А тебе это тут вообще не сыкотно?» «Когда ты хочешь в точности дознаться, тебе скажу я!» — был ее ответ. «Зачем сюда не страшно мне спускаться?» А короче, не цикотно. В раю скучняк, а тут можно понаслаждаться, как они говорят, социальным неравенством, раз уж в жизни не удалось. «Хорошо, тут все устроено, надежно. Тут вот у нас для тех, кто за «Динамо Киев» болел, площадь вечной люстрации». В цьому котлі для тих, хто з недостаточним уваженням в караоке пел Владимирський Централ, вічне ізучення і хорової сполнення бандеровських песен акапелло. А здесь у нас за то, що приїжджали на антимайдан, а хавать ходили на майдан, вічний замор голодом з демонстрацією особо садистичних слайдів. Ну, тут у нас насильний переход в Європу. Саме, звісно, безчеловечне іздівательство. Заставляють плівати тільки в урни, улибатися незнайомим людям, учити англійський язик і бути їй толерантними. Ну, на самые страшные муки обречены будут, знаешь, кто? А те, кто 2 числа на выборы парламента ДНР не пойдут. Так что будь сознательным и не дай бог там спеть про выборы, кандидаты пидоры. Накажут по законам военного времени, и не увидишь ты ни чистилища, ни рая. Что потом пацанам расскажешь? Продолжение следует или to be continued.